С Днем Великой Победы жители Ноябрьска поздравил и депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкий. И вот что он сказал в частности. В эти светлые дни мы отдаем дань памяти и глубокого уважения героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Тем, кто в тяжелых испытаниях на фронте и в тылу завоевал великую победу. Этот день был и остается всенародным, дорогим для каждого россиянина праздником, объединяющим все поколения. Мы всегда будем бесконечно благодарны всем, кто отстоял свободу, дал нам возможность жить на этой земле. Особые слова благодарности и уважения выражаем нашим ветеранам. Ваше мужество и героизм, беззаветная преданность отчизне, ее народу и сегодня являются нравственным примером, верным ориентиром в воспитании новых поколений. Победа как проявление мужества и героизма, как символ свободы и независимости, народной сплоченности и межнациональной солидарности. Праздник Возрождения. Пусть эти майские дни станут для всех нас временем добрых перемен.